Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале «Уюта и вдохновения». И сегодня, как вы уже поняли из названия видео, мы поговорим о нескучных переделках товаров из IKEA. Я очень люблю IKEA, но также я люблю эксклюзивный, дизайнерский и неузнаваемый интерьер и его детали. Именно поэтому для воплощения своих творческих задумок и затей мы часто с мужем за основу берем какие-то товары, предметы декора, мебель из нашего любимого магазина. Мы недавно купили дом и сейчас еще находимся на стадии ремонта, и поэтому мы часто что-то делаем своими руками, что-то выдумываем. Когда мы купили дом, я специально закончила курсы в онлайн-академии дизайна для того, чтобы сделать эксклюзивный дизайн-проект в своем доме и заниматься этим самой, не нанимать никаких дизайнеров. Мне хотелось сделать самой это, чтобы наш дом был как бы воплощением нашего внутреннего мира, отражением его, чтобы нам было в этом комфортно. И мне кажется, дизайнера очень трудно найти, того, который действительно услышит, поймет, что вы на самом деле хотите. Мы с мужем люди очень творческие, и поэтому нам доставляет удовольствие какие-то переделки, какой-то процесс творчества. Поэтому мы очень часто делаем что-то своими руками в нашем интерьере, переделываем какие-то предметы мебели, предметы декора. И поэтому в этом видео я расскажу вам о наших переделках, также покажу вам нестандартные решения, как можно использовать товары из IKEA не по назначению и придать эксклюзивности ваш дом. Добро пожаловать! Поехали! Первая жертва нашего с мужем творчества – это вот это зеркало Стокгольм. У нас оно самого большого диаметра. Оно находится у нас в главной ванной комнате. И на первый взгляд, возможно, вы не заметите никаких изменений. Но на самом деле мы сами сделали подсветку в это зеркало. Мы купили зеркало, повесили его, и нам показалось, что не хватает какого-то интимного света, какого-то ночника в нашей ванной комнате. У нас есть основной свет, но что-то захотелось такое очень уютное, теплое, ненавязчивое какое-то освещение в ванной комнате, и поэтому мы придумали сделать подсветку. Сзади мы купили диодную ленту такого теплого, мягкого, неяркого свечения. Муж как-то ее там прикрепил какими-то скобочками, чтобы это все от влаги не отвалилось, как-то там заизолировал контакты. И мы купили в магазине Leroy Merlin вот такой вот включатель, к которому подсоединили эту ленту. Вот видите, сейчас день, и немножко видно это свечение. Вот так вот оно выглядит. И я вам сейчас ставлю видеокадры, как это смотрится вечером, когда освещения в ванной комнате нету. Это, скажу вам так, не самый удобный включатель, но это тот, который нам удалось найти. Он немножко неудобный, но, в принципе, мы уже привыкли. Я вот так вот подношу руку, нахожу его и вот так вот тяну и включаю и выключаю эту подсветочку. Смотрится очень уютно, результатом мы довольны. Затрат особо никаких глобальных это не потребует. Требовала. Диодная лента продается в любом магазине, тоже строительном, типа Leroy. Включатель это тоже стоил недорого. И таким образом у нас получилось очень интересное зеркало. И когда к нам кто-то приходит, гости, и видят эту подсветку, они говорят, это же зеркало похоже из IKEA. Но не из IKEA, да? Мы говорим, нет, это все-таки зеркало из IKEA, просто мы немножко приложили такой вот творческий подход к нему. Также, пока мы уже в ванной комнате, я хочу вам показать вот эту подставочку под цветы. Мы купили тумбу, установили всю сантехнику, здесь образовалась вот такая вот пустота. И мне хотелось ее чем-то заполнить. Мы сначала думали на заказ заказать какую-то этажерочку, чтобы красиво там поставить, да, там, ну, туалетную бумагу, прошу прощения, да, там, может быть, что-то еще, а сверху уже цветок. Но как-то что-то ничего мы такого не нашли, интересного не придумали и решили сделать что-то сами. Мы пошли в Zara Home, я что-то хотела там купить для кухни, и мой муж говорит, смотри, какие красивые там доски из тика. Это тиковая доска, она в Zara Home продается практически постоянно. Это доска просто как бы для подачи или же как разделочная. В отделе кухонь она продается. И мы купили эту доску и решили, что ножки где-то уже там найдем сами. Ну и, конечно, как вы понимаете, на помощь к нам пришла IKEA.
Если вы поняли, то ножки это от знаменитого икеевского супербюджетного стула-табурета. Я вам ставлю все картинки, что я имею в виду. Мы просто взяли, купили эту доску в Zara Home, взяли, купили табурет черного цвета, открутили от него ножки. Единственное, что муж там, по-моему, их как-то подпилил и более уже их прикрепил, чем они на табурете сделаны, потому что дощечка уже диаметра, чем табурет, что оно получилось более такое узенькая сама по себе конструкция. Но ножки полностью из Икеа. Таким же образом мы поступили и с нашим кофейным столиком в гостиной, который мы делали на заказ в лофт-мастерской в Ростове-на-Дону. Там же мы делали наш обеденный стол, там же мы делали нашу люстру. Это такие какие-то лофт-элементы в интерьере, которые, как я считаю, делают его более таким каким-то интересным, более контрастным на фоне более спокойных, так сказать, скандинавских оттенков и фактур, которые использованы в дизайне. Поэтому я очень люблю такие акцентные вещи. Этот кофейный столик всегда привлекает внимание. И изначально он сделан из карагача, и изначально у него были ножки, как вот делают на всех лофт-таких столиках, из такой толстой-толстой, как проволоки, да, согнутой такими вот овалами. Было три ножки, но, вы знаете, они оказались не очень практичные, на них трудно прикрепить вот эти штучки, чтобы столик легко скользил по поверхности пола. Также, когда моешь пол, какая-то влага попадает, стала слупливаться краска на этих ножках. В общем, муж уже там его раскрасил. Ножки эти потеряли вид со временем, и стала даже проступать немножко ржавчина там, где краска облупливалась. И поэтому мы решили ножки переделать сами. И ножки мы позаимствовали с табурета икеевского из массива березы в черном цвете. Мы купили такой табурет, он бывает в нескольких цветах. И просто с него скрутили ножки и прикрепили к нашему столику. И получился вот такой вот кофейный столик. Да, он стал немножко ниже по высоте. Предыдущие ножки делали его немножко выше, но нас эта высота устраивает. В принципе, он хорошо с диваном на уровне нормальном, приемлемом. Это очень удобно оказалось и очень интересно. Ножки эти из массива березы, как я уже сказала, и поэтому их очень-очень легко протирать, убирать. Мы не боимся там, что они поржавеют или что-то еще с ними случится. Очень они оригинально вписались. Вот здесь покажу вам крепление, как мы их установили. Дали нашему столику вторую жизнь. Также на Pinterest нашла очень интересную идею, как из корзины плетеной, из ротанга, из Икеи сделать тоже классный кофейный столик. Я вам сейчас ставлю фотографии, как это сделать. За основу вам понадобится икеевская корзина и какая-то столешница, которую также можно изготовить на заказ или, может быть, найти какой-то готовый элемент мебели, что-то где-то поискать, может, что-то найдется у вас дома. И перевернув корзину и прикрепив туда столешницу, у вас получается очень неординарный, классный, прикольный дизайнерский кофейный или журнальный столик. Также не по назначению я использую вот такую икеевскую тарелку блюда из серии 365. Это фарфоровое блюдце, вот такое прямоугольное. И оно прекрасно мне сюда вписалось в ванную комнату для вот этих вот всяких стаканчиков, дозатора для мыла, зубных щеток. Это очень удобно, стильно, красиво. И такую тарелку, как вы уже поняли, я купила в отделе посуды, а не аксессуаров для ванной комнаты. Вот эту плетеную корзину из Икеи я использую в качестве кашпо для цветов. Конечно, у этого цветка есть свой горшок, но эта корзина выполняет функцию кашпо. Это смотрится очень стильно. Эту идею я позаимствовала с интернета, с Pinterest. Много уже людей использовало данную корзину таким образом. Мне эта идея тоже понравилась. Вы также можете использовать любую другую корзину в качестве кашпо. Также мы немножечко модернизировали нашу скамью, полку для обуви.
Как вы уже поняли, основа, вот это металлическая каркас и, в принципе, вся полка, она из IKEA, кроме вот этой, собственно, верхней части самой скамьи. Мы купили готовую в IKEA такую полку для обуви, она была с черными такими, как бы такой, да, поверхностью, но черный цвет как-то не совсем мне сюда подходил в интерьер, и поэтому мы решили сами убрать вот эту черный верх, и муж где-то заказал дубовую вот такую вот, будем говорить так, да, столешницу вверх, саму скамью, и мы просто убрали ту и прикрепили свою. И получился немножко такой какой-то лофт-стиль, этой скамьи, она уже как-то по-другому совсем смотрится, более дорого, более как-то выигрышно и вписывается в наш интерьер и гармонирует с другими деталями интерьера и другой мебелью, которая тоже у нас есть в таком лофт-стиле. Поэтому вот, купив такую скамью в IKEA, кстати, у нее очень хорошее основание, у нее вот такая перфорированная, вот такие вот полочки. Вот это тоже из IKEA лотки уже купили отдельно. За ней легко ухаживать. И вот таким вот образом у нас получилась такая эксклюзивная скамья на основе икеевской полки. Добрались мои ручки и до детской кровати. Как вы уже поняли, это кровать Hemnes из IKEA. И я ее перекрасила. Мы сразу решили, когда нашей малышке исполнилось где-то 2-2,5 года, мы сразу решили сделать, купить ей кровать большую, полноценную, односпальную кровать, потому что постоянно из кроваток дети вырастают, менять, постоянно что-то покупать, выбирать, желания и времени нет, поэтому мы сразу решили купить большую, сейчас ребенку 3,5, и она уже у нас спит на этой кровати. И я посчитала, что просто белая кровать, как бы это как-то скучновато. Мне захотелось сделать мебель в детской для дочки более эксклюзивной. Это у нас просто наклеены силиконовые уголки, чтобы она не нанесла себе травму. И поэтому я решила сделать ей мебель в цвете Тиффани. Мы купили эту кровать. Перед тем, как ее собрать, я просто каждый отдельный элемент зачистила наждачкой такой, не слишком зернистой, нулевкой или единичкой, хорошенько зачистила, чтобы снять лак. Она у нас изначально белого цвета была. И мы заколеровали краску, хорошую такую акриловую краску, стойкую. Заколеровали цвет Тиффани. И, собственно говоря, я ее покрасила где-то в 3, даже в 4 слоя, чтобы это было качественно и надежно. И получился вот такой результат. У нас еще пока другой мебели особо в детской нету. Есть вот комод Hemnes, кстати, его ждет тоже какая-то участь переделки, пока я не решила, что. Но у нас в этом углу будет стеллаж. Я думаю, это будет или Леоторп, или стеллаж Hemnes из этой же серии. И я тоже его покрашу или полностью, или хочу покрасить только заднюю стенку этого стеллажа. Поэтому мне показалось, просто белая мебель как-то скучновато, но не могу я уж совсем ничего не привнести, и поэтому я решила перекрасить. Результат получился очень хороший. Я купила хорошую кисточку, очень мягкую. Получилось это все без всяких разводов, без каких-то наплывов. Очень все получилось классно, как эффект аэрографа. Если есть возможность, конечно, аэрографом покрасить, это будет, наверное, еще лучше. Но, в принципе, результатом я довольна, поэтому буду дальше, так сказать, эту мебель всю перекрашивать по мере покупки ее в детскую и буду показывать вам дальше уже конечный результат, какой будет получаться. Поступила я так с детской кроваткой, потому что у нас в спальне есть кровать Hemnes белого цвета, и поэтому я посчитала, что две одинаковых кровати как-то в доме это скучно, именно поэтому я ее перекрасила. Так на самом деле белой кровати Hemnes я против ничего не имею, мне очень нравится эта серия мебели, она очень красивая, очень лаконичная, ничего лишнего. Единственное, что тумбочки, которые идут к этой кровати, мне не сильно понравились, и поэтому мы выбрали тумбы Tissedal. Про эти тумбы я сейчас долго останавливаться не буду. Мое мнение, они своих денег не стоят. Это самые дорогие тумбы в IKEA, которые есть. И они причем не из массива, а из МДФ. Поэтому ту цену, которую IKEA за них хочет, мне кажется, она неоправданно высокой. Ну и, конечно, как вы уже поняли, я не могла не привнести каких-то изменений.
И то, что я первым делом решила сделать, когда мы решили их купить, это поменять ручки. Ручки мы купили в Zara Home, вот такие керамические. Очень они мне понравились, они у нас разные. У мужа немножко другая, это с моей стороны тумбочка. И мы сразу поменяли ручки. И уже как-то они заиграли, они смотрятся интереснее. Мне очень нравится, как-то необычно и не так узнаваемо. И ручки, которые идут стандартные к этой тумбе, они немножко, как по мне, скучноватые, поэтому эти ручки сразу ее преображают. Также такие же ручки мы уже потом докупили на туалетный столик, чтобы как-то мебель смотрелась в едином ключе. Тоже они разные. Мне нравится, когда ручки разные, даже на одном изделии. Это как-то смотрится очень неординарно. Поэтому также вы можете поступить с любой мебелью, просто добавив какие-то акценты, какие-то ручки, и уже будет очень интересно. Также моей переделке подверглись вот такие рамы из IKEA. Я как-то снимала видео на канале, как я их переделала. Это рамы из массива дерева, они очень красивые сами по себе. Но у меня такие рамы уже в доме есть, и поэтому мне нужно было две одинаковых рамки, но такие, которые будут не похожи на те, которые у меня остальные в доме, чтобы это не казалось таким вот ширпотребом, да, каким-то. И поэтому я просто взяла акриловую краску, прозрачный акриловый лак и белая краска, слегка просто смачивая губку полусухой губочкой, я просто проходилась по этим рамкам и сделала такой эффект состаривания. Повторюсь, видео на канале есть, я оставлю ссылку в описании, там я подробно показывала, как я это делала. И у меня получились вроде бы как две одинаковых рамки, но в то же время они разные, потому что невозможно руками, да, сделать одинаково, равно эффекты получаются разные, рисунки получаются разные, и при этом они смотрятся каким-то таким единым ансамблем, таким диптихом, и поэтому вот как-то уже получилось и неузнаваемо, вроде бы как и не IKEA. Также не по назначению, например, на кухне я использую кашпо для цветов в качестве такого горшочка для кухонных аксессуаров. Я искала что-то такое белое, минималистичное, чтобы это сочеталось с остальной какой-то посудой и предметами декора на кухне. И в отделе цветов в IKEA я нашла такое замечательное кашпо. Оно довольно большое, у меня помещаются сюда все необходимые аксессуары, оно меня вполне устраивает и стоит совсем недорого. Также не по назначению можно использовать обычную салфетницу из IKEA, которая из водного гиацинта. Она у меня в качестве салфеток, но также я хочу приобрести вторую для того, чтобы использовать ее как маленький подносик для какой-то декоративной композиции. Например, можно поставить любые декоративные элементы, которые есть в вашем доме, и уже обычная салфетница превращается в нечто более интересное. Также можно использовать как такое пространство, где можно складывать какие-то вещи, когда вы приходите домой, например, мелочь, какие-то чеки, деньги где-то поставить на входе в коридор. То есть получается очень красивый, интересный поднос. А в IKEA он продается как обычная салфетница. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам замечательных переделок, вдохновения и весеннего настроения. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. До новых встреч.